Серия номер 7. Люди с паническими атаками носят, как правило, сумку с таблетками. Они постоянно посещают аптеки, выискивают какие-то новые чудодейственные препараты, часто становятся токсикоманами и едят таблетки горстями. Когда они поймут, что медикаментозный путь – это тупиковый, они приходят к врачу-психотерапевту, который методом гипноза полностью снимает их панические атаки.